Большие крылья для серфинга интересны своей стабильностью. Nash Trust XL – самое большое крыло в линейке у Nash. Площадь 1572 см с размахом 86. Толстый профиль, загнутые концы напоминают довольно спорные сигма-кайты прошлых лет. Большой, развернутый вниз, V-образный стабилизатор. Крылья приятно легкие, доска после падения довольно долго плавает боком. Мачта совместима с профилем от Такумы. Ожидаемо легкий старт, впечатляет стабильность и устойчивость по высоте. Но общая скорость совсем небольшая, и даже не быстро двигаясь, слышен небольшой, но все же гул. Переступать на таком крыле несложно, а вот повороты потребуют сильнее давить на доску, особенно при оверштаге. Так что для опытного любителя катание с кайтом на таком большом крыле будет мало интересно, разве что потренировать пампинг.